Акция «10 тысяч шагов к здоровью» родилась в Сочи после проведения здесь федеральной акции «Волна здоровья», которую на курорт привез знаменитый российский кардиохирург Лео Бакири. Мэр города проект посчитал социально значимым и поручил местным медикам разработать специальные маршруты. Уже сегодня примкнуть к колонии и пройти рекомендованные врачами 10 тысяч шагов можно в каждом районе. Всего троп здоровья 12. Помните, вот еще 10 лет назад все что угодно, только не спорт. Даже в школах стадионы были заросшие. Но тогда мы говорили о том, что будешь спортом заниматься, будешь до 100 лет жить. Что-то получилось. Сегодня мы видим результат, то, что выходишь утром на набережные, на скверы, на парки, везде люди занимаются, бегут, бегают, ходят, ходят. Скандинавскими палками, просто. Это хорошо, это уже мы превращаемся в город здоровья. Все наши маршруты, которые отрисованы и пройдены нашими специалистами департамента спорта, они могут быть использованы каждый день. Но у нас есть обязательный день, это пятница, и мы видим динамику. Мы уже 3 таких больших массовых акции провели, и мы видим на всех 12 маршрутах обязательно прибавка людей, потому что люди начинают слышать, присоединяются. В целом же маршруты здоровья – это базовый элемент национальной общественной программы Лиги здоровья нации, которая направлена на пропаганду естественных методов оздоровления. Именно специалисты Всемирной организации здравоохранения считают, что в день для поддержания нормальной физической активности человека необходимо делать от 6 до 10 тысяч шагов. Хорошее мероприятие, очень здорово, что мы их делаем. Мы город, наверное, новаций во всем, особенно в социальных вопросах. Да, Анатолий Павлович, не сомневаемся, будем делать ее. И люди должны жить больше в нашем городе. В центральном районе очередная колонна желающих быть здоровыми стартует от здания городского собрания Сочи уже по традиции в пятницу в 17 часов. Изучить все маршруты акции «10 тысяч шагов к здоровью» можно на сайте администрации города. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.